Привет, друзья! Хочу поделиться с вами вкусным моим завтраком фруктовым. Тут у меня где-то 10-11 персиков. Это у меня обед. Обед — это у меня натертая тыква с соусом из тыквы, со специями. То есть я кусочек тыквы еще добавляю, смешиваю в блендере с приправами. Это ужин. Огуречные спагетти с зеленым горошком и с папайями, кусочками папайи. Ну, тоже немножко с приправами. И люблю еще добавлять яблочный уксус чуть-чуть. И вот это вот у меня кусочек авокадо. Вот такой у меня фруктовый день.